close your eyes. Привет любителям игры Asphalt 9, приглашаю вас, мои дорогие зрители, посмотреть развязку прохождения 8-го синдиката Искры Доната. 992 тысячи очков прогресса из возможного миллиона уже набраны, а это значит, что 99% ивента пройдено и осталось добить только 1%. Но какой это процент? Этот процент самый важный, самый трепетный, самый долгожданный, ведь он предоставляет главные награды всей этой 42-дневной акции. Два эпика Devil 16, декаль Devil 16, ну и конечно, вершина синдикатного Эвереста, ключ Devil 16. Блин, я действительно пока еще с трудом верю, что я на самом деле нахожусь на этом этапе и осталось сделать буквально пару шагов до конца. Ну и давайте же сделаем эти шаги. И в качестве предварительных ласк этого видео выступит завершающая гонка в восьмой части кроличьей норы. Итак, у нас здесь Норвегия, незнакомая полоса, то бишь гонка с барьерами, которые надо объезжать. И Devil в ранге 4453. Едем! Ну, я надеюсь, народ, вы догадываетесь, да, что одним лишь открытием автомобиля данное видео не обойдется, так как у меня же по-любому останется какой-то запас фиолета, который я пойду и буду сливать просто-таки до последней уже капли снова на покупку паков Devil 16 и получение его чертежей уже на четвертую звезду. Ну, может быть, хоть в этот раз что-то нормальное будет с паков падать, то перед этим рандомы просто дичь. О, видали, там слева ракета приземляется, прямо-таки как у SpaceX от Илона Маска. По-любому лофты смотрели в эту сторону, когда создавали данную трассу и ее эффекты. Ой, блин, ёшкин кот, вот это подбросило просто жесточайше на этом барьере. Скорость убила практически в ноль. Ну, народ, для меня эта трасса, как говорится, новая, неизведанная, поэтому я не в курсе был, где тут конкретно трамплины расставлены. Встрял так встрял по полной программе, блин. Так, на нитроволне подлетаю, скорость хорошо хоть тут набирается. И вот в этом синематике по красоте сейчас буду завершать данную катку. Вот так вот этот бот разбивает препятствие. Ой, ё-моё, 3 секунды остается до финиша, могу даже не успеть. Давай, последняя секунда была. Какой запас по времени? Ой, полторы десятые секунды у меня всего лишь навсего осталось, чтобы не успеть в данной гонке. Ну, кое-как вложился, видите, из-за этого встревания в барьер чуть не просрал катку. Так, ребятки, ну теперь я буду вот эти 350, кстати говоря, тысяч монет синдиката прикрепленных заданий выкатывать. Очень много здесь их дается на этом последнем этапе. И уже после этого будет кульминационная часть видоса, а именно открытие Devil 16. Итак, финал. Последняя гонка главы на страже будущего и синдиката в целом, после которой Devil станет моим. Эта гонка пройдет на длинной трассе. В Норвегии необходимо побить время гонки 1 минута 35 секунд, а также этот заезд дает целых 25 тысяч монет синдиката. Но перед последней гонкой необходимо совершить и последнюю прокачку автомобиля. И эта последняя прокачка является самой дорогой за весь синдикат. Давайте только посмотрим на цены, которые здесь находятся. 71 300 монет синдиката стоит одна обычная прокачка. Также нужно установить две
синих импортных деталей, каждая по 18 тысяч, это 36 тысяч только за две обычные импортные детали и одну импортную деталь фиолетовую, редкую, тоже 36 тысяч монет синдиката, то есть 143 тысячи 300 монет только прокачать одну характеристику, но это надо сделать 4 раза, и в сумме эта прокачка будет стоить 573 тысячи 200 монет. Да, это, конечно, когда я первый раз увидел такую цену, я просто офигел от того, что она вот такая огромная, но, тем не менее, мне этого хватает, и я могу ехать последнюю катку. Стартуем! Вот если так представить, то возможно даже существуют игроки, которые не особо внимательно проходили этот синдикат, и дойдя вот до самой последней гонки, они наткнулись на такую дорогую прокачку, не знав эту цену, и просто застряли вот в шаге от ключа Дэйва. Представьте, насколько таким игрокам было бы обидно. Ну, в моем случае все уже нормально, все успешно. Неужели это на самом деле происходит? Неужели действительно после этой гонки я открою Дэйву 16? Опять же, народ, всем огромное спасибо за то, что поддерживали на эту идею, что у нас все в итоге получилось. Это просто замечательно. Ну, конечно, в идеале было бы, чтобы это было, как помните, ну, может быть, мой давний зритель помнит историю с Hennessy Venom F5, когда тоже меня зрители поддержали, но тогда Venom открылся на все 6 звезд сразу, но тут получается только на 3, посмотрим, сколько чертежей будет по итогу на 4 звезду. Ну что ж, финишная прямая последней гонки синдиката, вот так вот она разворотами проходит. Кручу-верчу, запутать никого не хочу, потому что уже запутываться негде. Уже все решено. Цель выполнена, успешно гонка пройдена. 25 тысяч монет синдиката я еще получаю. Ну и вот он, финальный диалог синдиката. И теперь финальные награды синдиката. Фух, ну что ж, народ, это не сон и это не мечта, а это реальность. Devil 16 добавляется в мой гараж. Открываем автомобиль. И все-таки, народ, у нас произошел хэппи-энд в этой всей истории. Но это была последняя гонка синдиката, но точка в нем еще не поставлена, так как, как видите, у меня осталось еще более 500 тысяч монет синдиката, которые я сейчас же иду и трачу до последнего на паки Devil 16. И посмотрим, сколько чертежей у меня будет на четвертую звезду тачки. Ну вот по моему запасу мы видим, что мне бы, в принципе, хватило бы пройти и без жетонной эстафеты этот синдикат, и осталось бы еще в районе 300 тысяч монет. Ну, кстати, мне в комментариях писали еще по поводу вот этих вот гарантированных чертежей, типа их можно еще покупать. Ну вот их осталось 6 штук, ну давайте, народ, я сделаю так. Сейчас я куплю сразу 3 гарантированных чертежа из 6. 1, 2, 3. А вот эти оставшиеся 3 я уже буду покупать в случае, если вот после слива у меня останется там меньше 45 тысяч монет. И тогда как бы остаток будет сюда тратить. Ну потому что эти чертежи, они уже последние довольно-таки дорогие. Какой-то особой выгоды в них нет. Поэтому под конец, если будет такая возможность, я их потрачу. Ну что же, давайте теперь смотреть по поводу четвертой звезды тачки. Сколько же чертежей в итоге будет? Ох, неужели мне начнет наконец-то сыпать что-то? Давай, отличный пак! Хотя бы на четвертую звезду давайте мне нормальное выпадение. Вот тут
слив начинается оптимистично. Остальных 5 чертежей выпало с первого набора. Уже 8 есть на четвертую звезду. Продолжаем сливать. Ну реально, вот те сливы вообще ничего не падало толком. Дропы были ни о чем. Походу двойка будет. 2 чертежа. 10 есть. Еще 400 тысяч монет синдиката в запасе имеется. 11. Блин, опять двойка, ну. Ай, опять двойка. Опять двойка. Прямо как-то знаменитая картина, да? Опять двойка. Нет, 5 двоек. Да. Но все-таки пятерки мне нравятся больше. Вот. Хотя бы 3 уже будет. Ну, 3 все здесь и ограничилось. 15 чертежей есть. То есть четверть четвертой звезды уже собрана. Слив продолжается. Блин, как же все-таки много вот этих паков, с которого там 2 или 1 чертеж выпадает. Ну, в основном 2, да, 1 бывает редко. Вот, 2 часто вижу. О, уже будет 4, как минимум. Да, 4 чертежа выпало. Конечно, 15-ку бы увидеть, на такую тачку тем более. Это было бы максимально эпическое завершение прохождения синдиката. Двадцать три чертежа есть. Продолжаем. Неужели один? О боже. Фу, хуже не придумаешь. Один чертеж только выпадает. Давайте хотя бы ползвезды собрать. И будет уже более-менее нормально. Ну, плюс-минус то, что я как бы и ожидал. 26. Еще у меня, ну, на 2 набора, короче говоря, есть. Давайте так. Опять 2 чертежа выпадает. Ну что же это за дичь такая? Так, остается 47 тысяч монет. И тут как бы, надо думать, я не знаю, тут, наверное, не хватит, да, купить вот эти вот 3 чертежа сразу. Скорее всего, только на 2 чертежа хватит. Поэтому, ну, давайте я куплю тогда вот этот набор. И останется просто 2000 фиолета. И как бы все. Неужели сейчас один? Нет, все-таки... То на то и выйдет, походу, да? Блин, опять 2 чертежа выпадают. Ну вот видите, ровно половина звезды у меня собрана. Девила на четвертую 30 чертежей из 60 есть. Тратить как бы больше здесь нечего. Поэтому давайте-ка я пойду прямо сейчас и проеду первую гонку на уже своем лично открытом. Конечно, благодаря своим подписчикам автомобиля DU16, и я хочу забрать в первую очередь на нем вот эти жетоны, которые здесь присутствуют. Народ, проверяйте, сезон заканчивается, и как бы, чтобы ничего у вас там не осталось. Вот он, DU открыт в гараже. Ну, конечно же, я установлю ту самую разноцветную декалюгу, которую на него дают, и поеду именно так. Первая гонка на моем DU16, я ее начинаю. Ну, на первых порах я, наверное, покатаю так, с декалью, а потом, возможно, придумаю какой-то свой цвет. Ну, так как эта декалюха, с одной стороны, она вроде как ничего смотрится, но с другой стороны, для такой брутальной тачки, как Devil, я считаю, что она уж слишком какая-то яркая и разноцветная.
Ну что ж, народ, закончилась история с синдикатом, но еще не закончилась история с самим Дэйвом, так как теперь начинается новый путь. Путь к четырем звездам этого автомобиля. Ну вот мне уже в одном клане пообещали передавать шальные карты, трехзвездочные S-классы, чтобы я эту тачку добивал. Но, правда, я не уверен, сколько конкретно там шальных мне могут дать. Поэтому, если у вас тоже есть такое желание и такая возможность мне помочь с шальными трехзвездочными картами S-класса, чтобы я побыстрее на 4 звезды прокачал эту импищу, то, пожалуйста, пишите мне в личку, в описании, в любые соцсети, чтобы я знал, что у меня какие-то там запасные варианты еще по поводу шальных будут. Всем буду реально благодарен за то, что вы поможете поднять эту тачку на 4 звезды. Ну что, забираю еще 200 жетонов и буду уже завершать это видео. Народ, всем еще раз спасибо, кто поддерживал на синдикат. Ну и всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока.